Все профессии важны, все профессии нужны. Всем привет, с вами ведущая самого модного медиапортала «Просвет ТВ Kids» Марущак Дарья. И сегодня мы находимся на грандиозном открытии детского города профессий Китбург в торгово-развлекательном комплексе «Меганом». В Китбурге открыто 30 игротек, и в каждой игротеке по несколько профессий. Всего в Китбурге около 50 профессий могут освоить дети. Китбург помогает детям развивать жизненные навыки. Они здесь становятся смелее, самостоятельнее, они смогут тут стать лидерами, они смогут научиться самостоятельно принимать решения. Это очень важно. Александр, здравствуйте. Расскажите, чему вы обучаете своих детей? Здравствуйте! Сейчас у нас профессия визажист. Мы с девочками учимся наносить правильный вид макияжа для определенного случая. В данном случае у нас будет вечерний макияж. Сколько же много в этом городе разных профессий. И сегодня я могу пробовать себя в роли радиоведущей. Ну что, мы начинаем? Я так вижу, ты выбрала строителя. Расскажи, почему ты именно выбрала эту профессию? Потому что строитель, он делает много чего, строит дома. Благодаря нему мы живем в больших, роскошных, замечательных домах. Интересно, сегодня в полицию никого не забрали? Привет, я так понимаю, ты сегодня выбрал профессию полицейского. Расскажи, почему? Ну, потому что мне это нравится, и я всегда хотела стать полицейским. Здесь даже есть подводная археология. Мне нравится город профессии. На мой взгляд, это отличная идея для определения детьми, подростками своего предназначения и своего развития в жизни. Потому что когда подросток, ребенок на ранней стадии выявляет свои способности, ему проще потом ориентироваться и развивать свои какие-то определенные компетенции, навыки. Я абсолютно уверена в том, что будущее каждой страны – это дети. И мы счастливы, что смогли принять участие в таком масштабном проекте. Привезли в Крым этот город Китбург, где живут счастливые дети.